Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. «Смерть Мазаччо» Луи-Шарль Агюст Кудер. Ранее работа находилась в собрании Евгения Багарнея, герцога Лихтенбергского. Шарль Агюст Кудер – крупнейший мастер флорентийской школы, реформатор живописи эпохи Кварточенто. Творчество Мазаччо оказало глубокое влияние на развитие ренессансной живописи и шире всей европейской живописи в целом. Его работы изучали многие поколения художников, среди которых был Рафаэль и Микеланджело. Кудер писал композиции на исторические и библейские темы, а также портреты. Эрмитажный холст является уменьшенным повторением картины, которая экспонировалась в салоне в 1817 году. Кудер изобразил знаменитого итальянского художника эпохи Возрождения Мазаччо, умирающего в базилике Сан-Клементо в Риме. Среди своих незаконченных фресок «Мучения святой Екатерины» и «Голгофа». Рядом с художником его преданные ученики и монах. По преданию, Мазаччо был отравлен. Эта версия, приведенная Джорджо Вазари и отвергнутая в настоящее время, была популярна в первой четверти XIX века. Видимо, эту легенду использовал Кудер. Изобразив Мазаччо на фоне Голгофы, Кудер сопоставил тем самым страдания умирающего художника с крестными муками Христа. Фигура монаха, застывшего в немом сострадании, перекликается с образами святых на фресках. Сюжет картины и его мелодраматическая трактовка предвещает искусство романтиков. В то же время симметричная, уравновешенная композиция, яркие локальные краски и гладкая тщательная манера письма связаны с классическими традициями. Вот такое описание я нашел в интернете к работе Луи-Шарль Агюст Кудер «Смерть Мазаччо». Работа находится в главном штабе Санкт-Петербург. Пока-пока, до свидания.